Всем привет, с вами Брикман, и продолжаем веселую игру по мотивам Adventure Island, которая нам так понравилась на вчерашнем стриме, и постараемся ее за сегодня все-таки пройти. Мне надо сразу же достать свой блокнот, потому что мне там уже написано, где что лежит. Я буду этим нагло пользоваться. Правда, на первом уровне меня не записано. Я дурак, я не записал. Все отлично. Все просто супер. Здорово, Найтхарт. Вроде я ничего не забыл на этот раз, как я обычно забываю. Вроде бы я ничего не забыл, буду надеяться. Ну, поехали. Забавлю себя, чтобы меня не орала эта замечательная музыка. Может, вы отвалите от меня? А первый это Бай Хадсон. Так, я подобрал букву У. Надо записать. Все-таки. Какие буквы где находятся? На первом уровне. Надо знать. Мало ли, вдруг пригодится. Так, и первая буква У. Да, 1001 арканоид, действительно, у нас сегодня именно это и будет. Так, я знаю, как это пройти быстро. Таким вот хитрым образом. Зачем я подобрал букву L? Я не хотел подбирать ее. Я знаю, у меня записаны пароли на этот хард, не переживай. Они записаны у меня. Можешь мне не напоминать 10 раз, как ты делал вчера. Я задолбал. Вали отсюда. Что сложно попасть в огромную дрень? Все, наконец-то. Гоняю лысый шар, да, конечно. Серкс, так в смысле, почему сначала? Потому что в игре паролей нету. Вернее, как бы есть, но это не те пароли. Так, второй. Не знаю, какая тут буква, но надо смотреть. Так, смотрим. L мне не нужна. А как насчет буквы D? Буква D тоже не нужна. А буква О нужна. Значит, здесь буква О. И мы ее взяли. На этот раз дело пойдет очень быстро, я надеюсь. Потому что вчера я потратил где-то час, наверное, чтобы только первый уровень пройти. Один дурацкий блок только не разбил. Все, давай, вали, 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 вали.
Мне бы не поверили никто, что я не выключал эмулятор. Это бред. Привет, Razer. Привет, Little A. Привет, Dead Spunk. Привет, Серкс. Привет, Нека. И привет, Фрэнк. А тут я был уже. Так, сначала в пещеру. Так, в пещере у нас... Третий секрет. Здесь у нас буква какая-то, нибудь еще. Ой, блин, еще и фиг запустишь его правильно. Ну что такое? Уходи отсюда, улетай. Улетай наверх. Ну улетай наверх. Ну пожалуйста. Так, нет, эта буква не нужна. Как и эта буква. Как и эта буква. Сколько ж тут букв-то? Такая-то нужна. Так, буква N здесь. А, Зенон, привет. Твое сообщение слишком быстро ушло вверх, поэтому я не поздоровался с тобой. Привет. Жалко, за пчелу играть не дают в последующих уровнях. Не нужна мне и отвали. Г нужна. Да куда ты? Зачем ты улетел наверх? А ну кусок дерьма, зачем ты улетел наверх? Так, нет, чувак, вздыхай, я не согласен, я против. Чё ты отбиваешься там? Сдохни! Я не хочу проходить. Я хочу слить жизнь. Конечно, с паузой прохожу. Я же говорю, по максимально эффективной тактике. Почему читер? Не читер, пауза же не запрещена. Пауза есть на официальном джойстике от... который продавался компанией Nintendo. Разработчик добавил в игру возможность ставить игру на паузу. А как ей мы будем пользоваться, это уже наш вопрос. Как хотим, так и пользуемся. Опять! Ты... Блин, это издевательство какое-то, слушайте, я... Опять! Вот вам и быстрый старт. Так, короче, буква Г где-то здесь, на первом же экране. Привет, Сетфрок, ты мог написать и попроще.
почему ты ее не... Бля, это же охереть надо. Это же надо просто охереть. Стреляй ты этим долбанным шаром. Стреляй им и просирай его. Чего? Нетхарт, она не то что норм, она старая и деревянная, я же тебе говорил. Она не прям уж ужас, она не ужасная, но она старая и деревянная. Как я не люблю шар, который нельзя ускорить. Почему он такой медленный? Мне не нужен такой медленный шар. Все, я беру Г. Вообще плевать, что я умер. С 10-го раза я бы ее взял. Наконец-то. Нет, я не хочу узнать, что ты сегодня делал и что кушал. Мне это не очень интересно. Вот занимательно просто занятие, увлекательнейшее. Не, потом будет пещера. Я не успел даже на паузу нажать. Мне эти пароли для того, чтобы пройти уровень, нужны. То есть их некуда вводить, понимаешь? Их некуда вводить. Их никуда нельзя ввести. Так, вниз, шарик, вниз. Заклинаю. Все, отлично. Хэ взял. Пароль это то, что тебе нужно собрать, чтобы пройти уровень. We'll be right back.
Так, я отметил, что это пещера. Эта буква нам не нужна. Буква М нам тоже не очень-то нужна. А вот буква Е нужна. Еще как. Я тоже надеюсь, что сегодня я пройду эту игру. Никогда не попадем. Давай, давай, быстрее, быстрее. 20 минут. Нет, не 20, 15 минут. Я играю. Б. Все, Б нужна. К не нужна. Б. Мне интересно, эти буквы по-разному расставляют при каждом включении игры или нет. Расположение яиц не меняется, а вот именно сами буквы, интересно, меняются или нет. На самом деле, мне не очень интересно, но... Тем не менее... Хватит ухудшать траекторию. Пароль есть, Blind Sash. В смысле, конты есть. На направление плюс старт. Так, идите нафиг. Это Хелл. Все, хил прошли. Третий пушера. Да блин, ну... Я не хотел брать В. Я даже ее не задел, по-моему. Так, какая буква мне нужна? Y мне надо. Да, только Y мне и нужна, по сути. Где же она нас ждет? Так, вот она. Отлично.
Все, полетели в конец. Мимо всяких сумасшедших стариков. Так, где второй уровень здесь? Так, тут я помню. Первый у нас находится... Ага, вот он. Тут у нас... Так, ясно. Они все-таки их меняют. Отлично, они все-таки их меняют. То есть тут, по сути, не то, что бесполезно. Короче, меняют они. Меняют они местоположение. В прошлый раз здесь была буква К, теперь здесь Hell. Замечательно. То есть они каждый раз будут менять. Офигенно. Прекрасные новости. На самом деле, Hell не обязательно проходить, можно его слить. У меня же, по сути, бесконечной жизни. Да чё ты не вылетел? Ладно, ну нафиг. Так. Все равно я буду записывать, чтобы знать хотя бы, что я взял и где. И яйца, по-моему, тоже все-таки в разных местах появляются. Так, какими... Так, мне надо так ахаш собрать здесь. Это мне не надо. А это надо. Отлично. Буква А. Взяли букву. Да, жулик, 2D Darkman. Привет. Я не жулик, я играю по профессиональной тактике. Я думаю, что эта игра заслуживает того, чтобы в нее играли по профессиональной тактике. Потому что она профессиональная игра. Для профессионалов. Так, отлично. Вообще хорошо.
Джейсон, Макеймура легкая, я ее проходил уже и так. Причем вроде даже и на стриме. Я не помню, может на стриме не проходил, но проходил я ее. Ничего сложного в Макеймуре нет. Просто я запомнил, что где, как, что как делать, и с какого-то там с третьего или четвертого раза пройдешь без проблем. Никакого фарма, фарм это трата времени. Бобры, огнеметчики. Так это надо. Да! Нет, не надо. Н не надо. Мне нужна буква А, которая здесь есть, я видел. Буква А, написали. Может быть, у игры движок Микки Мауса. Вчера полстрима писали о том, что игра похожа на Микки Мауса. Опять веселые выбивалочки начинаются. Занимательные. Осталось еще три. А, нет, уже один. Ну окей, окей. Давай, вылетай так же быстро отсюда. Все, закрывай этот вонючий экран. Закрывай его, быстро. Так, ладно. Следующий у нас подземелье. Блин, я не с той стороны букву нарисовал. Ну, это не подземелье, просто... комната, скажем так, посторонняя. Где же? Где? Где яйцо-то? Вообще насрать. О, вот оно, в самом начале. Ё-моё. Я мимо прошел. Не попал. Только хаша мне надо.
Ну это точно мне не надо. Так, внимательно, надо не просрать букву. Я не хочу 10 раз. О, взял, даже без паузы. На скеле. И букву G я тоже взял на скеле. Надо было взять. Поверап. Привет, Догмат. Мне кажется, он так будет по кругу ходить. Перестань, а, ну. Давай, давай, разбейся. Два блока осталось разбить, ну ё-моё. Дурацкий лазер туда еще не простреливает, естественно. Догмат, ну вообще-то да, так-то да, батлкит был, как сказать, у чувака хватило денег, чтобы забацать картриджи с мануалами, в коробочке, с бокс-артом, все как полагает, такой крутой зеленый картридж, как черепашки-ниндзя, такой полупрозрачный. Привет, Тагов Стопер. Все, наконец-то! Пошел вон. Так, это бесполезная хрень. Все, я понял, пошли дальше. Ну извини, Гоп-стоппер, я наконец-то удосужился залить все записи, которые у меня были на YouTube. Думал, все там обрадуются, а все наоборот жалуются, что я засрал им YouTube. Теперь мне стыдно. Так, ладно, никакого фарма. Последний был... А, бесполезный. Вот он... Нет, это полезный. Это уже полезный. Так это не надо. Так Ахоши мне тоже как-то кажется, что не так героя зовут. Это великой эпопеи. От великой компании Hudson. Резки, ну естественно я буду выкладывать партиями поменьше, просто я выложил все то, что скопилось. Так, а. Выложил все то, что скопилось.
Всегда бы все так четенько отбивалось. Зачем я загладил? Там, кстати, появилось несколько записей из архива, очень старых. Например, как я проходил серию страйков. И потом еще Battletech, как я проходил до конца. Не первый раз, когда я его стримил, а когда я его проходил полностью. Это все теперь есть на канале, можете посмотреть. Советую заглянуть. Ладно, я не знаю, какой именно это блок. Battletech, Nightheart, а не Battletech. Чё ты говоришь-то? Так, ну все, эта катка просрана. Ты неправильно говоришь, Nightheart. Правильно, Battletech. Б. От слова Батхёрт. И. От слова интересная игра. Ты туда оттуда не вылетишь, понял? Да сволочь такая. Блин, все, у меня пропала суперсила. Ну, давай. Ну что такое? Logitech, правильно. Если написано Logitech, значит Logitech. А если написано Battletech, значит Battletech. Какую букву я подобрал-то? И я подобрал. Во. Так, надо поставить тут жирную черту на всякий случай. Это было в темной подворотне, кстати говоря. Это тоже надо пометить. Так, какую букву мне здесь надо взять? Я, по-моему, мне кажется, что я одну пропустил. Что-то больно большой промежуток был.
между ними. О, Х мне нужна. Х. Ксерокс, конечно. Ксерокс. В словах X обычно читается как кс. Значит, ксерокс. Хотя нет, первый. Нет, нет. Да, в словах X читается как. Так, ты у меня есть. А вот теперь троллейский момент. Я уже взял нужную букву, но ты мне тоже нужна. Ведь пароль ты Кахаши. Но нет, нет, чувак, нет. Нет, нет, ты неправильно. Ты неправильно читаешь, ты не знаешь английский. Да, я прав, я пропустил все-таки одну букву. Иди в жопу, бобер. Сумасшедшие люди. Там на крыше было? Было яйцо, что ли? Не, прям над входом, я разбил. А, во, во, это я пропустил. Не, это бесполезно. Значит, я его не пропустил, нифига. Так, здесь. О, я пропустил где-то яйцо. Ну что такое? Да блин, хватит запрыгивать на всякие рандомные кирпичи на заднем фоне. Это я, по-моему, брал. Хотя, может, и не брал. Ну-ка, зайдем сюда. Не, здесь я был. А, буква А. Я ее просрал. Поэтому сливаем. Thank you.
мне нужна буква А. Я не должен ее просрать. Нет, нет, ну опять! Да, да вот ебись! Задолба! Все время, как попадает буква, шар улетает наверх, я не успеваю его отбить. Все, взял, ура, взял, буква А, отлично, все. Так, еще одна буква. Блин, а где еще одна буква-то? Ну что я целых две буквы просрал? Ага, ну это та буква была неправильно. Ну ладно, значит тут где-то должна быть еще. Пошли вон. Ну, да, вниз спрыгнуть невозможно, я забыл. Я сделал. Блин, не туда попал. Так, опа, а это я сделал? Чё-то не помню, чтобы я это брал. Так, мне нужна буква Т осталась. У меня здесь буква К. Которая у меня уже есть. А здесь еще буква Т, которая меня убивает. Здесь еще неправильная буква Т есть. Здесь выпадает буква Т, да, но это не та буква Т, которая тебе нужна, она тебя убивает. Замечательно. Заткнись, экран тупой. Да вонючие скелеты спартанцев. Откуда вы вообще беретесь? В каких-то китайских краях. Почему я вообще в китайских краях? Что я тут делаю? Это японские края. Вообще насрать. Восточные края.
Тут, ну ничего ж тут нет, ё-моё. Где искать-то тогда, если ничего нету? Заманали. Вот оно, блин. Зараза такая. Куда засунули его? Так, Х у меня есть. Мне нужна буква Т. Так. Ух, успел. Надо ведь еще затащить. Для этого надо не брать других ненужных букв. Все, быстро, вон отсюда. Так, сейчас босс будет. Хотя надо прокачаться сейчас, потому что босс будет. Надо здоровье, он меня убьет, потому что. Я, конечно, проще, конечно, скорее сдохну, чем накоплю, чем возьму здоровье, но я попробую все равно. Здоровье не хочет выпадать. Видимо, в смерти только может выпасть. Ну, вот так вот, например. Да блин! Да ты задолбал, только появляешься, сразу мне дамажишь. В любой ситуации. Могу взять один добрый поверапчик. Хотя бы один. Чтобы не кидать по одному молотку в час. Раньше поверапов кидали как мусор. Вот то, что мне надо, мне не кидают никогда. Когда надо здоровье, мне никогда не будут кидать здоровье. Да огонь игра, видишь, я горю прямо от нее. Настолько она жжет.
Ура, блин, подобрал. Только теперь у меня здоровья нету. Ну, отлично. Сейчас мне здоровье хрен выпадет. 5 сердец, наверное, выпало, пока я одну эту штуку фармил. Сейчас мне будет выпадать куча поверапов и ни одного здоровья. Потому что рандом. Это круто. Отлично, выпало сердце, спасибо. Наконец-то. Не, отлично! В прошлый раз он всего один раз выстрелил, сейчас он решил стрелять через каждую секунду. Отлично! Боссы тут тоже такие, видимо. С динамически меняющимся настроением. Все, чувак, теперь ты покойник. Чё? Ищи тактику к боссу. Не доджил я в прошлый раз. Чё там доджить? Он пускает кучу снарядов, от которых невозможно увернуться. Вот мне нравится зависимость. Ладно, ничего мне не нравится. Да задолбали вы, блин! Слева бесконечный поток, справа бесконечный поток. Капец, не могу пойти босса. Я вообще никогда не думал, что на босса в этой игре могут быть какие-то проблемы. Что у них мало хп, и они танкуются за... с полпинка. Нет, блин, надо подыхать на боссе теперь. Много раз подряд. И тратить еще больше времени. Этот долбанный фарм. Опять ни одного поверапа. Ну что такое?
Вы мне отбираете здоровье. Вы могли бы у меня не отбирать оружие еще при этом. Отлично, отлично задоджил, как профессионал. Сволочи, блин, выдайте мне что-нибудь! Нет, не выдадим, нахер тебе поверапа, чувак. Бегай с одним топором. Можно было 50 поверапов мне дать. Сука, вонючие бобры, блин. Дурдом это какой-то. Ой, поверап! Давайте-ка нелейская птица полетит со скоростью света и его заберет у меня его. А чё? Конечно, ты давай, ты, отлично, отлично! Вот чё ты сейчас не стреляешь, а? Сейчас он не стрелял! В прошлый раз он за это время 4 раза выстрелил. Сейчас он выстрелил только 1 раз. Офигенные боссы, вот такие. Вплотную стреляет причем. По миллиону пуль. Так, здесь пароль by Hudson. Первое яйцо — это бесполезное яйцо. Как будто я не знаю, что... Ладно, не важно, что я знаю, что нет. Так, подземелье.
Так, Байхатсон мне нужен. Мне нужны буквы из слова Байхатсон. И это не буква А, к счастью. Зато это буква С. Зато я все равно просрал! Отлично! Потому что они одновременно полетели в яму. Люблю, когда так происходит. Это мое любимое. Так, нет, буква не нужна. Тут буква С. Оу-е. Все, чувак, не вылетишь ты отсюда. Да, все мучу арканоид, конечно. А что с ним делать? Смотреть, что ли, на него? Есть игра, надо пройти. Все просто. Надеюсь, получится за сегодня пройти ее. Все-таки я надеюсь на это. Так, С. Подземелье взяли букву С. Все, вали отсюда. Это третий уровень. Уровень, да. Так, С мне не нужна. И R мне не нужна. И F мне не нужна. Чё-то тут какие-то неправильные буквы. Так, а вот это нужна? Отлично, Х. Взяли Х. Всё хотел сказать H. Безумно важно. Говно еще не хочет под таким углом попадать в него. О, наконец-то. Бухудсон пароль. Бюхудсон. Игрек можно читать как Ю. Бюхудсон. Бюхудсон. Во. Поаккуратнее искать яйца, то я в прошлый раз просрал так одно, потом бегал, не мог понять, где находится. Хелл. Да не, давайте не будем париться. Вообще насрать. Буквы нужны, буквы надо собирать, чтобы пройти игру. Не собираешь буквы, не проходишь игру вообще. Не какой-нибудь там бестендинг, а просто пройти игру надо.
Ну это Hell, я что-то я даже не записал. Hell, все. Так, Nightheart. Чё ты мне тут заливаешь, конты не бесконечные? А сколько их? С чего это они не бесконечные? В Adventure Island они бесконечные. Нет, Y мне не нужна. Е тоже не нужна, а Б нужна. Так, Б. Блин, да... Пил первый уровень, слился жизнями, сразу гамовер написали. Ну, наверное, на первом уровне нет смысла продолжать. Мне так кажется. Может, из-за этого? Попробуй доползти с сейвами до второго уровня. И посмотреть там. Тогда уже будет более... точно можно будет сказать. Да! Я думал, буквы уже кончились. БХС. Опять эта вонючая деревня, которую я ненавижу. С миллионом резких врагов, как понос. Так, пещера. В пещере у нас... О, как далеко ходить не надо. Норм. Нет, нам не нужна такая буква. Вот это нужна. О, все, больше мне ничего не надо на этом уровне. Не, чувак, ты не свалишь отсюда. Я тебя обломаю. Ты будешь там разбивать все. До усрачки. Сволочь, так я все-таки вылетел. О! Давай, вали отсюда быстрее, дурацкая картинка. Нет. Ну да, сразу сливаем жизнь. Отличное начало.
Какой сено? Комбикорм же. Попробуй определи, в какую сторону он будет отскакивать. Я не начал превращаться в богатского, просто я считаю, что эта игра достойна экспертной тактики. Использованием паузы. Мне кажется, она достойна вполне. Заслуживает того, чтобы ее прошли по максимально эффективной тактике. К тому же, это не моя проблема, что разработчики здесь сделали такие вещи, на которые невозможно среагировать человеческим мозгом. Вот как это, например. Надо отскакивать. Ну вот, пират, я хочу в данной ситуации быть любым дураком. В ситуации с данной игрой я хочу быть именно что, любым дураком. Меня устраивает такое, такая позиция. Шли третьи сутки. Наконец-то. Нет, не надо. Г мне нафиг не нужно. О, я подобрал Y, даже не заметил ее. Но я ее подобрал. Хорошо хоть зачищать надо только верхнюю комнату, нижнюю, на нижнюю вообще по барабану. Пофиг, что там выпадет. Ну, только поверапы оттуда можно пособирать, или буквы. А, чтобы открылась дверь, когда достаточно зачистить только верхнюю комнату. Так, не надо вот, вот этого вот. О, да ты когда-нибудь влетишь в эти три кирпича? Вот, вот, еще разок, давай, последний остался. Ну как ты так мимо него пролетел? Вот, все, назад теперь, выход. Аккуратненько так. Thank you.
Очень увлекательный Арканоид. Я уже говорил это вам много раз, но вот вы сами видите, насколько он увлекательный. Что прям не дает засохнуть. Почему Battletoads не засунули Арканоид? Действительно. Очень большая недоработка. Я не думаю, что трекбол поддерживается этой игрой. Че это буква В? Че она упала с потолка? Откуда она вообще взялась? Или я, хотел сказать, сбиваю предметы, которые на верхнем этаже тоже? Лоу. Я действительно их сбиваю. Нифига себе. Так, нет. Какие они буквы вообще остались? By U N Un осталось. Так, N есть. Пират, вот прям вот не говори, вот прям не говори. Прям вот в самом деле. Да блин, хватит. Вот, и тяжело прицелить, потому что она елозит, постоянно меняет скорость. Вот, тарелка. Все, давай, давай, вали, вали, я сказал. Ты... Все, еще одна осталась, ребят, еще одна. Этот уровень мы быстро пройдем, я надеюсь. Здесь место, где можно легко нафармить. Не, ну да, если только этот придурок не появится. Все, убежали от придурка. Ищем яйцо последнее. Я нашел его. Надо. Так, костер вынесли. Фу, отлично, прям повезло нам. Повезло. Пират, мне все пароли спалили в чате через 5 минут после начала игры, так что извини. Солюшен, не солюшен. Шлюшен. Я тебе так скажу. Давай-ка ты наверх лети. Так, какая буква у меня осталась? У меня осталась буква У. Должен красную запульнуть туда. Это будет очень круто, если у меня получится. Ух ты. Ох, сейчас спидраном пройдем. Еее. Вот так вот. Еее. Все, рашим конец уровня, пока еще жив. Так. Вот это я понимаю, был босс.
такой-то эпичный, что я прям чуть не вспотел, пока его проходил, кропотливо подбирая тактику и тщательно выбирая моменты для нападения. Есть ты. Так, ладно. Я пытался их не запоминать, но мне каждые 5 минут их несколько человек повторяли в чате. То есть они мне. Я пытался их не запоминать, да, первое время пытался подбирать буквы, да, записывать, какие подходят, какие нет. Мне каждые 5 минут напоминали, понимаешь? Я решил, ну его нафиг. Так, тут главное ничего не просрать. Очень дебильно не запрятано. Итак, в первом яйце у нас что-то. Так, тут пароль Гектор 87, насколько я помню. И в нем нету буквы F. Это точно. Очень на бомжа похож. Ну, он одевается по погоде, понимаешь? Так, нет, тут тоже нету буквы. Так, ты нужна. Я опять просрал хороший поверап. Так, ты... Не надо скипать, ребят. Ну что вы так настраиваете? Это же мои реквесты. Я должен их пройти. Героически. Или не настолько героически. Но тем не менее, должен их пройти. Я это все организовал не для того, чтобы каждую игру пропускать. Так что, учитывая то, что могло мне... Что вы могли меня нареквестить, то, что я сейчас играю, это нереальное везение, это счастье. Я просто хочу побыстрее пройти 4-й уровень. Вот все, что я хочу сделать. Не Гектор, а Хектор, я хотел сказать. Я перепутал, да, извиняюсь. Там жизнь, она исчезла. Опять появилась, опять исчезла. Ладно, я просрал 2 жизни. Но у меня все равно бесконечная. Да, я не думаю, что... Я очень сильно сомневаюсь, что... Они тут... У меня континью когда-нибудь закончится. Я думаю, это связано тупо с тем, что ты не дошел до 2 уровня Night Hard. Поэтому тебе и не дали пользоваться паролем, потому что ты ничего не прошел. Может быть, из-за этого. Может, даже они... у них какое-то сюжетное обоснование есть. Так, я хочу 3-й апгрейд. Очень удобно искать яички. Нет, Бёрдвик не кинули в реквест. Я, кстати, очень удивился. Я был уверен, что кто-нибудь кинет. Так, нет, и это не то. Так, давай-ка вниз. Мы тут не все добили. Так, отлично. Е-е-е. О. Так, моя задача не упустить шарик. Во что бы то ни стало. Отлично.
удалить из интернета, из истории удалить, еще скажи. Так, ага, наверху еще одно яйцо, отлично. Но сначала пойдем в подземный переход. Так, нет, мне не надо Г. И подыхать тоже не надо. Я хочу выбраться отсюда. Буквы М тоже нет в слове Гектор. Как я не подобрал-то? Так, буква Р, отлично. Можно отдыхать, по крайней мере. Только указательный палец на правой руке у меня не отдыхает сейчас. Все остальные мышцы полностью расслаблены. Тор мы собрали. Нет. Ох ты, как ты оперативно-то зачистил весь нижний этаж. Ты крут. Шарик по прозвищу Гарик. Бах, так Е мне нужна. Е это такая буква, моя любимая. Такая она еще Е такая прям. На английском она читается как И. Или нет? Да блин. Да что такое? Да блин! Да не хочу я его отбивать. Хиктор, да. Да блин, вылетай уже, вылетай. Ты можешь в другую сторону вылететь, а? Ну, тут честно. Давай. О, на... Вообще классно. Так, Е. Просто прекрасно. Стоп, это уже другое яйцо?
Дигани рядом находится. Ну, конечно, надо потерять кучу хп. Нет, это мне не надо. Я не могу понять, как будет, как реализовано 87. Ты что, цифры будут выпадать, что ли? Я не могу понять. Тут же всю игру выпадали буквы. Но на последнем уровне будут выпадать цифры. Оп, С есть. Торец у меня получилось. Пока, если читать по порядку получения букв, у меня получилось торец. Мне не надо вниз. Да, я же взял уже букву. Да, отлично. Главное не взять какую-нибудь хрень. Типа букву Д. И букву Б. Вообще, я должен сказать, в последнем уровне я иду весьма и весьма неплохо. Вы можете использовать его американское имя. Хиггинс. Как его? Блин, Хиггинс, что ли? Или как? Мастер Хиггинс, во! Мастер Хиггинс же он. В американской версии. Вышел Хиггинс на крыльцо. Так, это яйцо я брал, по-моему, уже, да. Ну и ладно, помрем. Спокойно. А, это уже было. С прокачкой очень удобно искать. Яйца. Главное еще их не просрать за секунду. Так можно. Да, враги налетают с реактивной скоростью со всех сторон. Так, вот оно следующее. Так, это бесполезно, окей. Осталось всего 4 яйца, и один из них Hell. Что-то подозрительно нифига нет. Ну ладно, нет так нет. Да, тут не хватает, заканчиваю со временем здоровья, действительно, я очень скучаю по нему. И инстакилла тогда уж. Не. Восемь. Да. Вонючий неуправляемый мяч. Ну. Два? А, тут теперь будут цифры выпадать вместо букв. Отлично. Не
Не успел выключить звук. К сожалению. 8. Что упадет раньше из этого? Конечно же, мячик упадет раньше. Но я все равно успею отбить. Потому что у меня скилл, реакция мне позволяет настолько быстро среагировать, ибо отбить все. Потому что реакция. Вот офигенно засунули последние два блока, просто шикарно. О, бомба. Ну это хотя бы бомба была. Так что ок. 8. Причем не было хела до сих пор. Блин, вот я тупанул. О. И чё эта статуя делает? Ничего, она бесполезнствует. Где все остальные яйца? Они через каждые полшага должны быть. Уже 100 лет не было. Мне осталась цифра 7 и буква Х. Так. Х и 7. Так, 7 нашли, отлично. Ломай, круши! Не пущу. Пока все не разломаешь. Ну, значит, Найтхард я взял этот поверап. Ты как конты-то... Блин, Найтхард, ты хоть знаешь, что для контов надо нажимать на экране геймовера направление плюс старт на экране геймовера? Не просто старт, а направление на нампаде я нажимаю влево всегда. Плюс старт. Может, ты этого не пробовал? Это же фундаментальная основа Adventure Island'а. Старый вопрос, что было раньше, пчела или яйцо? Ну ты даешь, Найтхард. Так, нашел яйцо. По-моему, нашел. Или мне показалось. Ты понимаешь, сложнее не будет без контов. Даже если бы их вообще не было в этой игре, сложнее бы не было. Как видишь, вот есть место, да, вот здесь вот, где я могу спокойно разбивать эти блоки. Сколько угодно. Я могу нафармить сколько угодно жизней. Это долго, но это не сложно. Это просто ужасно долго. То есть прохождение без контюни просто займет во много раз больше времени за счет этого тупого фарма.
И все, вот вся разница. Глупо из-за этого считать игру сложнее. Я просто сэкономил время и все. Так, мне нужно еще один. Еще один. Я хочу еще. Я хочу прям рвать и метать огоньками. Во. Пошли нафиг. Да, блин, чего так быстро спавнитесь-то? Так. Здесь я брал же уже, по-моему, да? По-моему, чуть дальше. Вот он, нашел я его, нашел, отлично. Это Хэл, замечательно. Нет, я взял букву... Блин, я вообще не отметил, что я взял букву 7 в подземелье. Это уже предпоследнее яйцо. Тут Хэл, наконец-то. Давайте попробуем затащить. Все-таки у меня апгрейд, и я уже почти в конце уровня. Хотя нет, апгрейд у меня уже просто, по-моему. Так что бесполезно его тащить. Сольем тогда. Так, а уровень-то у нас все. Тю-тю. Кончился. Дальше уже не пустят. Больше чем уверен. Хотя сходить надо, конечно. Вот он, конец, да. Дальше нечего у нас нам искать. Все уже было. Да блин, вы не можете сразу прыгать в небеса, в стратосферу. Да, Applejack. Зареквест. Будем целую неделю смотреть на Adventure Island 1. На его очень разнообразные уровни. Безусловно, это будет очень интересно. Я уверен, ты будешь первым, кто все стримы пересмотрит абсолютно. А если ты не будешь смотреть все стримы своего реквеста, которые займут неделю, то извини, тогда нафига ты его реквестил? Чтобы я тупо играл, а ты не смотрел. Это уже свинство, когда такие реквесты дают. Я не говорю, когда человек физически не может посмотреть, я говорю, когда человек задает реквест, а потом он просто сам и не смотрит, потому что ему пофигу, ну, как вот человек будет играть. Ему главное, чтобы человек там неделю там страдал, а он типа придет на канал через неделю и посмотрит, скажет, о, прошел, или там, о, не прошел, плохо. То, что этот процесс будет очень унылым и займет кучу времени, это уже пофигу. Да, я про... Блин, в Adventure Island ничего сложного, просто я никогда всерьез не брался за его... заучивание. Да ё-моё. Я никогда всерьез не брался. Все, что нужно знать в Adventure Island, это где яйца лежат. И все. Запомнить надо это, и все. Так, опа, здесь два яйца. Может, ты какой-то из них не взял?
Какой-то из них я, наверное, пропустил. Так, мне нужна... Мне нужна буква Х. Да, у меня нет буквы Х до сих пор. Я где-то пропустил. Здесь два яйца очень рядом стоят. Возможно, именно здесь я пропустил. Здорово. Булочная. Блин, ребят, чего вы так с этой русалочкой докопались? Как будто это, я не знаю, какая-то уникальная игра. Я проходил русалочку на Сеге в детстве. У меня была русалочка на Сеге, я ее проходил. И вроде бы это такая же игра, только... Ну, она такая же легкая. Так, это не Хэ. По-моему, не похоже на Хэ, как вы считаете. Я считаю, что не очень. Так. Да это же не Х. Где нужная буква-то? Чё за фигня? Чё за фигня? Здесь не было нужной мне буквы. Мне нужна буква H. И где она? Нет, значит, я здесь уже был. Это значит, что я здесь уже был. Вот что это значит. Попробуем сюда. Здесь я тоже был. Там была буква С, значит, это не то место. И это тоже не то место. Блин, значит, неужели я был в этих обоих местах? Ну да, согласно моим зарисовкам, здесь должна быть буква Е. Да, здесь буква Е, все правильно. Значит, здесь я был, в обоих этих местах я был. Значит, мне надо идти дальше искать. Я сейчас не хочу подыхать, только потому, что у меня уже есть полная прокачка. Я не хочу ее терять. Лучше пройду еще раз, добью оставшиеся кирпичи. Тем более, с таким-то апгрейдом это уже будет легко. Так, значит, идем дальше. Так, здесь подобрали. Да нет, 2,5 часа на баке Охара это много. Можно быстрее пройти. Я просто там тупил много. Прыгнул в яму. Указали мне на нее, потому что. Пошли вон. Капец.
Костры размножаются. Чё да, кстати, ты про чё? И ты, Булка, тоже о чём ты говоришь конкретно? О минимуме, что ли? О минимальке? Сердце, дайте сердце. Блин, ну дали, обманули, дважды меня обманули. Не стыд, как не стыдно обманывать человека. Ну да, сердце я прохожу ровно, ой, с обредом я прохожу ровно 5 секунд. Так, идем дальше. Я здесь был. Да что такое-то? Да что такое? Где? Блин, последнее яйцо. Может, оно прям в самом начале, где-нибудь вот здесь вот сразу? Нет? Или здесь? Ну же где угодно может быть. На крышах его никогда не бывает. На крыше его не вешают никогда. Так, значит здесь первое, здесь буква Т. Вот втор... Блин! Да х... Пошли вон. Бесконечный... С такими лицами, блин. Ненавижу врагов, которые... С вот такой вот... Улыбкой рвут вам задницу. Это просто выглядит очень... Ужасно. Это гораздо больше... раздражает, когда тебя убивает какой-нибудь улыбающийся как идиот враг. Applejack, понимаешь? Вот именно что поездка. Потому что мне надо ехать в другой город. На поезде туда и обратно. И цены на билеты, сам понимаешь. Я не фармлю жизнь, я фармлю прокачку. Потому что с прокачкой... Неважно, что с прокачкой, ничего. Ну да, конечно, все. Вот зачем я... Действительно, зачем я фармил? Я сам что-то не понял. Зачем я фармил? То мне все равно все слилось. Нет, на крышах ничего нет. Это я могу вам однозначно сказать.
Ну и да, там проценты еще много жира, действительно. Ну там не так... Там, по-моему, 7% у этого, Donation Alerts. 7% он забирает себе. Задолбал. О, где? Здесь вонючее яйцо, последнее, одно яйцо осталось. Где оно? Зачем парить мозги с последним яйцом? Они рандомно пихаются по уровню, рандомно. Рандомно. И буквы в них тоже рандомные. Каждый раз. В прошлый раз было по-другому, это я помню точно, на 100%. Где-нибудь здесь, по идее, оно должно было бы быть, но его тут нету. Статуя стоит, которая ничего не делает. Эдхелл, и не могу найти яйцо, последнее яйцо на последнем уровне, на 4-м. Отлично. Отлично, но я знал, что я не смогу. Я хочу кое-что проверить. Вот это место я хочу проверить. Статую бить надо, говорите? Но я бью, я слышу, что звук меняется, но... Толку мне с этого. Что я должен с ней сделать, с этой статуей, чтобы она мне дала последнюю букву? Она показывает налево. Ну и чё? Она показывает в яму. Я прыгал уже в яму. Я подыхаю, если прыгаю в яму. Статуя не шевелится. Статуя ничего не делает. Замечательно, отлично. Спасибо, что посмотрели гайд, ребят. Большое спасибо, что мои мучения сейчас закончатся, когда я теперь знаю, что же от меня хотят. Осталось куда-то туда дойти. Так это... Блин. Найтхарт.
Да и вообще, мне нужно просто на экране со статуей нажать кнопку 16 раз в секунду, или мне надо именно 16 раз за секунду успеть попасть в статую? Я знаю, что это копия меня, но это ни о чем, это никаких наводок не дает на то, что надо использовать турбопалец. Блин, ребят, ну статую нужно ставить вплотную, это круто, но что делать с птицами, которые в бесконечном количестве летают? Ну все, я теперь не могу 16 раз нажать по 16 раз в секунду топоров кинуть, потому что я получил урон. И чё? И чё? Чё с птицами-то делать? Ну да, бессмертие, которое длится 3 секунды, блин. Капец какой-то. О, господи. Ладно, этот Хэл уже мне проспойлерил, что в этой игре два круга. И я... Вчера я у него все-таки спросил, что же там такого, ну, после четвертого уровня. В этой игре два круга. И я сказал, что в зависимости от ситуации я решу, буду ли я проходить второй или нет. Ну, я думаю, ответ очевиден. Не буду. Я напишу, что я прошел один круг. Потом то же самое. Да блин, да хватит. Исчезните с экрана, пожалуйста. Так, вот тут постоим, тут все нафармим. Тут у нас нормальная точка такая. Долбанный Хадсон. Ничего попроще не могли придумать? Для того, чтобы пройти их игру любимую. Мне надо сердце, мне надо сердце. Мне надо потом, потом только мне нужна будет неуязвимость. Да хватит мне апгрейды давать, у меня полная прокачка. Так, теперь нужна неуязвимость. Потренирую немножко турбопалец, пока тут безопасная секция. Ну да, просто не пройдешь. Какой бета-эдинг здесь будет, гейм-овер у тебя будет. А, ну все, все, давайте неуязвимость. Я, кстати, блин, да.
Сейчас, сейчас дадут неуязвимость, отлично, когда у меня здоровье не полное. Хотя оно мне, в принципе, не нужно полное. Три часа уже не дают мне ни ту неуязвимость. Я еще вниз упал. Ну отлично! Блин, ну и говно! Ну и говно! Ура, неуязвимость, отлично, вовремя. О, две неуязвимости, отлично. Которые почему-то действовали как одна. Блин, я все-таки хочу огоньки, чтобы у меня еще были. Как-то мне кажется, с огоньками может быть попроще. Да, мне кажется, с огоньками может быть попроще. Надо попробовать эти огоньки. Хотя могу и с молотками попробовать, на самом деле. Смотря, что мне выпадет первей. Эльчирина, мне нужно обязательно нафармить неуязвимость, чтобы встать вплотную к статуе и 16 раз в секунду нажать на кнопку, чтобы получить предмет, необходимый для прохождения игры. Обязательный. А прикиньте, здесь был бы Хелл. Вот награда для... этого находчивого игрока японского. И мне нужна буква Х, я ее все еще должен ее взять. Это был турбопалец, причем это была не турбокнопка, то есть у меня турбопалец не пальцем деланный. Да, я официально. Теперь главное еще не просрать. Так, тут я уже не пропущу этот. Вот как хотите, вы меня ругайте. И все, отлично, я взял Ха. Фуха, фуха. Так, мне бы очень помешало. Вернее, не помешало. Такая штучка, которая отталкивает мячик обратно. Но, к сожалению, у меня ее нету. Мастер Арканоид только мной недоволен. Thank you.
Гринарли, это был мировой рекорд в каком-то там 1900 лохматом году. Когда еще никто вообще не пробовал быстро на кнопку нажимать. Даже японцы не пробовали. Не надо меня тут уже ассоциировать с этим, с Такахаши. Мне не очень импонирует эта ассоциация, потому что я не очень люблю игры от Hudson Soft. Вернее, далеко не все. Все, набиваем. Набиваем огни. Сейчас набью еще одну неуязвимость, чтобы дойти целым до босса. И его завалить наконец-то, с первой попытки желательно. Давайте мне еще одну неуязвимость. Да на самом деле, это надо проверить в эмуляторе. На самом деле. Знаете, что я сейчас сделаю? С вашего позволения. Сейчас мы проведем эксперимент. Так. Сколько раз надо нажать на кнопку? Вот смотрите. Так, делаем save state. Мы играем на эмуляторе Seux. Открываем счетчик кадров. Делаем стоп. Ну, хотя, на самом деле, стоп нам пока не нужен. И нам все равно нужен поверх неуязвимости, но мы его сейчас возьмем. Сейчас мы эксперимент устроим. Да, и, кстати, я заметил, что по подбирании значка поверапов, когда у тебя уже полное оружие, убивает всех врагов на экране. Приятно, что это хоть какой-то эффект продолжает иметь. Даже если он мне уже не нужен. Сейчас я проверю, сколько раз надо в секунду нажать кнопку. Может, я нифига не 16 нажал, потому что мне кажется, это было далеко не лучшее из того, что я делал. Итак, на всякий случай скорость замедлю до 25%, чтобы ничего не потерять. Так. Оп. Все. Так, сколько у нас? 69-61. Сейчас будем нажимать на кнопку. Так. Так, сейчас еще вот input, видите еще? Input сейчас показываем. В одном кадре в играх на NES в американском и японском регионе 60 кадров. Ну, в одной секунде 60 кадров. Вот, соответственно, у нас есть 60 кадров, чтобы нажать 16 раз кнопку. Давайте посмотрим, сколько раз надо эту кнопку нажать на самом деле. Будем использовать для этого Frame Advance. Нажимаем кнопку, проматываем кадр, отпускаем кнопку. Удар проходит. Один удар. Нажимаем еще раз, отпускаем. Два. Не, фигня какая-то. Ладно, подождем одну секунду. Одну секунду подождем. Так, все. Так, 16:30. Так. Да, мы можем делать. Тут нельзя нажимать через кадр. Через кадр нажимать это слишком часто. Как видите, анимация нанесения удара не успевает закончиться, и поэтому часть нажатий проходит в молоко. Поэтому надо будем делать два кадра. Пауза. Итак. Раз. Два. Не, нифига. А как тогда нажать-то? Я что-то не понимаю. Ладно, поставим максимально быстрый паттерн турбокнопки. Максимально быстрый. Они у меня настроены вообще? Раз в три. Я тебе говорю, что я иначе не успею. Вот именно, что как нажимать-то? Анимация-то не успевает проигрывать все равно. На раз, два, три.
Да, стоит. Ну, сейчас посмотрим, сколько раз будет нажиматься. Один раз мы уже нажали. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. 13, 14, 15, 16. Слушайте, действительно 16 раз надо нажать? Мне показалось, что я нажал гораздо меньше. Блин, я реально нажал кнопку 16 раз в секунду. Причем я даже особо не напрягся. Я крутой, что я могу сказать? Ну ладно. Наш эксперимент маленький проведь состоялся. Все, поэтому загружаем Save State, убираем все это к чертям собачьим отсюда и проходим игру до конца. Не вру, действительно, 16 раз надо нажать. Так, босс. Классный босс. Мне понравилось. Причем с полным ХП. Пошел вон. Да, тут скорее не дело не в том, что там смогут школьники или нет, а дело в том, чтобы мотивировать геймеров покупать турбо-геймпады от Nintendo. Такой способ они придумали, видимо. На самом деле в японских играх много где есть секреты, которые завязаны на том, что надо в определенный момент очень часто долбить кнопку какую-то. То есть, например, Амкол показывал Star Soldier, что ли, или как он там называется, Super Cell, Star Force, не знаю этих, как он называется, но там в каком-то шмапе надо было нажимать быстро кнопку. Офигенно, шикарно, вообще супер. Я честно скажу, я турбокнопкой не пользовался, честно. Хотя, конечно, вы мне все равно можете не поверить. Но я сам удивлен. Мне как-то показалось, что это было очень легко. Мне показалось, что я нажал, ну, раз, ну, 10, наверное, от силы. Хотя, может, как раз-таки прикол в том, чтобы не напрягаться. Может быть и такое. Давай дойдем до середины уровня, а. Сейчас. Эльчерина, нам осталось только финального босса завалить, и все, и с этим будет покончено. Второй круг мы не будем проходить. Раз там ничего нового нет, кроме того, что там пароли другие. Ребята, отстаньте от меня, пожалуйста. Я по-честному, ну как, совсем по-честному. С помощью ваших паролей и пауз. Не-не-не, сейвов не будет, ребят, нет. С меня и пауз хватило, что я паузу использовал, как ошалелый. Ребят, вот давайте голосование. Вам охота, чтобы я проходил второй круг? В котором такие же уровни, только тупо другие пароли. Надо по новой все эти яйца искать, по новой все эти арканоиды проходить. Вот я вас спрашиваю, а вы хотите этого?
Ну вот, 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 пожалуйста, вот о чем я говорил. Глаз народа. Глаз народа. Вот, пожалуйста. Так что не надо мне говорить, что я зассал. Я как раз могу. Я могу даже без паузы это проходить, но нафига это надо, если это тупо займет в 100 раз больше времени. Я же не только. Я же не для себя стримлю, а для вас. Blind Sash, в данном случае не имеет значения, хочу я или нет. Я могу. Если вам надо, я могу. Но если вам не надо, я не буду. Так, давайте неуязвимость, уже я пошел. Спасибо, Инис. Большое спасибо. Главное, что это... Главное, я каждый раз проверяю, чтобы это отобразилось на стриме. Чтобы никто не обижался. Спасибо, Инис. В эту игру только с поддержкой и играть. Зрители уже обосрались при мысли на втором круге. Да, да, вполне. О, блин, дайте мне неуязвимость, а. Дайте мне неуязвимость. И все, я пойду. Мне еще босса валить, ребята. Ладно, еще три, еще пять штук разбиваю. Если не убудет неуязвимость, попробую так дойти. Хотя у меня, скорее всего, не получится. И в итоге я потрачу еще больше времени, но я рискну. Так, начинаю считать. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Нифига у меня ники. Вуп, не дали. Все, я просрал. Но так я пошел! Без неуязвимости. Молодец я. Ну, на финбосса 100% нужны огоньки, потому что огоньки наносят гораздо больше урона. Я, кстати, сначала подумал, что нужно не 16 раз в секунду ударить статую, а... Ну как, 16 ударов только если это молотки. Хотя я, по-моему, его и проделал-то с молотками. Нет, нет, это не важно. Да блин! Вот такая японская игра 87-го года, не выходившая в Америке. Поэтому и неизвестная никому. Я тоже первый раз о ней узнал. Нифига не понял, что это такое еще. Какой-то Adventure Island, про которого никто не знает. What the shit? Ой, веселый фарминг. Да, боссу тоже надо попасть 16 раз за секунду, только тогда он сдохнет. Давайте что-нибудь уже, а. Такой он жирный, откормленный. Блин, нет, без неуязвимости вообще никак. Тут уже поносники эти реактивно начинают. Хотя ладно, попробуем сейчас дойти. Пофиг, вот так вот. Спрыгнем здесь вот. Да, можно дойти, окей. Что-то я нихера не понимаю. Они только то, что они скачут, как сумасшедшие. Ну
Да блин, они, понимаешь, это хелл, они прыгают рандомно, то есть уворачиваться от них можно только если они прыгают кучей, а если не все прыгают в разнобой, то каким, спрашивается, образом? Да блин! О, сейчас ты еще до этого места фиг дойдешь. Миллион врагов в секунду спавнится. Мне надо просто, чтобы они себя поспокойнее вели, и все. Опять фарм. Без фарма никак. Было бы хорошо, но, к сожалению, никак. Давайте быстрее, не тяните время. Сколько можно еще возиться на последнем уровне, только уже все пройдено, блин. Ну что такое? Как тут можно уворачиваться от чего-либо? Понятно, значит, мне нет смысла выцеливать их по отдельности. У них общие ХП. А блин, дурацкое сердце. Да блин, ну куда ты? Идиотина жирная. Приветствую, Алукард. Ты пропустил очень эпичный ивент. Вообще, Adventure Island сперто с... как этого? Как его зовут-то? Wonderboy, что ли? Так что это все булщит. Это весь, вся франшиза, это булщит, построенная на лжи и обмане. Зато боди-негатив одобряет мои взгляды. Вот и бегаю взад-вперед, блин. Зачем я в него побежал? Кажись, спросите у меня. Я думал, что он прыгнет, но он все-таки решил не прыгать.
Давай, раскрасывай. Спасибо, Форрест Гамп, спасибо большое. Зрители, вы молодцы. Дороги. Так, все, погнали. Пока еще ни в кого не попал. Слава богу, наконец-то. Давайте, шлите меня нахер, я вас тоже нахер пошлю. Спасибо, Эни. Затащил. Ну и что? Где подстава в концовке? Где подстава в концовке? Жму старт, тупо стоишь один. И чё? Меня даже не послали нафиг. Меня даже не послали. Ну и что мне тут делать на втором круге? Что тут делать? Такой же вонючий круг. И что тут такого? Второй круг, да он, наверное, ничем не отличается. Мне кажется, ли букв стало больше раз в 10. Все, игра пройдена. Пускай там после второго круга что-то отличается, может и ничего не отличается. В контре тоже можно 100 кругов навернуть, но никто же не играет. Все проходят первые и говорят, что норм, игра пройдена. В общем, все, игра пройдена, замечательно. За 2 стрима я прошел первые 4 уровня. Что я могу сказать по игре? Для 87-го года бывали игры хуже, но... Я вижу, почему она не вышла в Америке, потому что она очень задротская, очень непонятная. Американцы не любят непонятные игры, поэтому непонятные игры не выходят в Америке. Вот я могу припомнить еще игру про трансформеров. Марат 06, скажем так, это было познавательно, я скажу так, это было познавательно. И не скажу, что мне прям сильно понравилось. То, что враги резкие, как понос, убивают меня за секунду. То, что на падающие буквы невозможно среагировать без паузы. На них невозможно среагировать просто. Невозможно. То, что ты не знаешь, какие пароли, тебе нужно тупым перебором, рискуя своими жизнями, прогрессом, подбирать наугад буквы в поисках правильных. Я не могу сказать, что мне это понравилось. А в целом, просто я ограничусь тем, что это было познавательно. Да, Applejack, я знаю, что там новые пароли. Ну что ж, поскольку игра пройдена, а у нас еще целых час 10 минут, то мы можем выбрать следующую игру. Да. Да, пожалуйста, Марат 06. И, как сказать, ладно. Инис Авто, стрим Баки О'Хары. Ты есть ВКонтакте в группе Киномания? Дело в том, что Баки О'Хары я стримил на харде. Ну, в смысле, с одним касанием. На Киномании я стримил. И в группе Киномании есть эта запись. Вне эфира, по-моему. Вне эфира... Баки О'Хара, там теплая ламповая пиратка с одним касанием, короче. Вот. Так что ищи там, там есть. Или просто на Ютубе набери вне эфира Баки О'Хара. На Ютубе просто набери вне эфира Баки О'Хара и найдешь.
Сейчас вернемся с рулеткой. Не расходитесь.